Спустя год после преступления правоохранительные органы добились возбуждения уголовного дела. В марте прошлого года в районе железнодорожного вокзала неизвестный мужчина напал на девушку, попытавшись отобрать у нее сумку. При этом он нанес ей несколько ударов ножом, после чего скрылся. Чуть позже, уже в больнице от полученных ранений, пострадавшая скончалась. Свидетелей преступления не было, поэтому поймать нападавшего по горячим следам не удалось. Лишь позже, в сентябре, правоохранителям удалось установить личность мужчины, когда он снова начал нападать на девушек, но уже в Ленинском районе. В числе его жертв – 3 человека, но все они остались живы. Тем не менее, подозреваемому грозит пожизненное заключение. Впоследствии он также сознался в совершении преступления в марте месяце ранее новоуказанного. Ему было предъявлено обвинение по 2 эпизодам разбойных нападений на девушек, 1 эпизода грабежа, также по пункту З части 2 105 и пункту В части 4 статьи 162. Это убийство, сопряженное с разбоем.